Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Доброе утро всем. Всех провела. Гришку еще не будила, еще даже 8 нет, без 15. Сейчас хочу позавтракать спокойно, в тишине. Вот, на завтрак у меня, я прям полюбила почему-то мюсли именно с молоком. Вот сейчас у меня именно мюсли с орехами. Магните, по-моему, купленные. Но это вообще не важно, где они купленные. В общем, мюсли именно с молоком, а не с кефиром, а не с йогуртом. Без сахара, без ничего. Очень вкусно, я прям подсела на них. Доброе утро, детёныш. Сейчас мы будем готовить лапшу. Зой, ну все, оставляй стул. Зой, куда ты? Здесь стул оставляй, здесь будем готовить. Слышишь меня? Только не надо сюда, Зоечка, ты сюда. Мы сейчас тут будем резать картошечку, хорошо? Тут не надо, Зой, до печки не надо, там же все горячее. Григорий Сергеевич, доброе утро. Так, мамуля нам купила лапшу, так что сейчас будем варить, да? Сначала у нас сварится бульончик из индейки. Да. Из индейки, да, Зоечка, будет? А потом мы порежем картошечку и лучок, правильно? Правильно, моя красавица? Тетя Вера ей прическу сделала. Помаду покажи, тетя Вера тебе подарила. А где она? Может, в сумочке? А вон она на том столике, да? Не, на том. Покажи. Да, это от Faberlic помада, да? Я не помню, я показывала, что у нас появился новый детский канал. Он называется. И там очень такие неплохие русские мультики идут. Вот сейчас... сейчас это что, Гриш? Как она называется? Белка и Стрелка, точно. Я с тобой помещусь. А куда мы с тобой поедем, Зоечка? Башка. Нам... Башка на чайнике. А ты тоже... А куда мы будем ехать, зайчик? Идем. Сейчас будем ехать до мамы. До мамы. А где твоя мамочка? Больницы. Сама? Да, сама. Больницы. И Зоя. И... Расскажи. Какие у тебя новости? У тебя все хорошо? А у меня нет новостей. У тебя нет новостей? А где твои новости? Убежали в лес. А? Убежали в лес. Убежали в лес твои новости? Да. Ох, эти новости, да? Да. Это какой-то ужас. Ложись. Ты моя красавица. Ждем, да? Кого ждем? Кого? Кого мы ждем? Ну кого? Никого? Ну кого? Так, что мы будем делать? Вот это. И вот это что у нас такое? Это мы будем чистить. Да, правильно. Мы сейчас будем чистить картошечку, да? Тут вот я, Зоечка мне дает картошку. Давайте, Зоя Степановна, я ее буду чистить, да? Ага. А Зоя Степановна что будет делать? Сюда его ложить. Да, водичку ложить, да? Ага. И что мы с тобой так приготовим? Потом... приготовим... приготовим... Пожалуйста. Суп. Суп лапшу, да? Ой, Зоя! Просто потихонечку ложить, Зоя, не надо, чтобы вот здесь все было в воде, ладно? Угу. Давай еще картошку. Я пока не знаю, я пожу. Только не кидать, ладно? Да.
А то ты тут все заплескала, тетя Вере. Пожалуйста, зайчка. Вот, вот так можно. Варится лапша, уже доваривается. Я уже и лапшу закинула. В общем, когда я варю лапшу, это просто картошка, лук и лапша. Без морковки. Ну, еще немножечко чесночка в конце и зелень. Боже, какой желтый бульон. Я его, естественно, процедила, потому что не стала снимать ни пенку, ничего. Но он обалденно желтый. В общем, эта индейка просто супер. И я весь жир посрезала, поэтому он... То есть нет вот этого жира плавающего. Он прям классный. Сейчас еще немножечко. И буду добавлять зелень и выключать. Сейчас повезу Гришку в школу. Смотрите, что папа нам привез. Две велоточки. Соседка наша выкинула их на мусорку. А папа их взял. Спасибо. Нарядим их под навесом. Пошли, пошли. Ну что, я собралась. Буду в юбке и в этой блузке. Так что сейчас поедем в Краснодар. Все, я собралась. Фух, я рада. А у нас пошел дождь. Это хорошо. А мы едем же за Николаем Степановичем. В общем, едем мы в перинатальный центр со Степой и Зоей. Будем забирать Веру с малышом. И что хотела сказать, что посмотрим, как там в перинатальном описывает. В Динской я посмотрела, как выписывает. Ну и в принципе я же знаю. Сама 3 раза там выписывалась, а вот в перинатальном буду первый раз. Вообще первый раз возле перинатального. Даже не, я 1 раз, по-моему, была, когда у Антошика ухо болело. Мы тогда ездили ночью на Сковора, и я видела, что там перинатальный. А так я еще его не видела днем. Так что поедем посмотрим, где там рождается счастье. Старший брат ждет. Трусатый. Едем, едем на зипе. Теперь стоим в пробке. Я даже успела выспаться. Счастливый отец. Капец, вот это теперь центр города, да? Что раньше был рыночек? Ну да, там будет, вон написано, центр города, вход. Господи, вот это такие дома сверху. Да. Обалдеть, я в шоке. KFC? KFC. Да, это ж торговый дом Кавказ, да? Большой. Вот сейчас будет он центр города, вход, видишь, написано? Я в шоке. И офис, да. А, все как было, все павильоны. Ну так же, павильоны, внутри, все, да? Ряды ж там все. Ага. Да, только что сверху еще дома. Угу. А сейчас Эльдорадо, но Эльдорадо уже нету. Сейчас был там Макдональдс. Здесь вот чуть-чуть осталось, да, чего-то? Ну да, там центр. А вон Макдональдс, ага. Идем с пакетами. Так это ж еще не последние это пакеты, да, Степ? Да, а вот выписали. Вот это уже перинатальный центр. Какую? Вот эту? Давай. Сейчас я тебе бахилы. Спасибо большое. Ой, тут сколько народу. Ты мне бахил? Сижу теперь, жду родню. С пакетиками рядом. Ждем теперь вещи Верены. Слушайте, ну тут прям очень красиво. Красивый дизайн, да. Ну такой интерьер, в смысле. А что тут нельзя заходить? А раньше можно было, да? Да, по-моему, раньше вот там стоит внутри. А тут все закрывают. А, ага, теперь в отделение нельзя заходить. Пошли на елку посмотрим. Уже елку наверное. Какой? А, вот который тут. Олень, видишь, везет вечно. Вот этот оленчик. Здоровский, да? И
Зоя всех гоняла, чтобы не творчила. А там дверь, третья. А, там не мы. Вот, ты же видишь? Это ж не ребенок. Лунтик. Ну что, нас? О, родня! Ура, я дома, наконец-то! Представляете, в 7:30 приехала. Пуля тут картошечки нажарил, сейчас буду кушать. Что я вам хочу сказать про город? Ненавижу я город, я понимаю, что я не хочу жить в городе. Столько тратить времени в пробках, это вообще капец. Так что не буду. Хоть роднее говорить, давайте 4-го рожать в перинатальном, но нет. С Динской это все бы было намного быстрее. И спокойнее, не бегать по этажам. В общем, я не в восторге. Но, конечно, там очень красиво. Обстановка там вообще супер. Очень все прям на уровне. То есть это прям перинатальный. Но такое количество людей. Ну, я понимаю, что все это сделано для людей. Но я не люблю. Не люблю вот эти все толпы. Слушайте, ну там одни выписывались, столько народу пришло на выписку. Я не знаю, человек 20, наверное. Каждый с огромным букетом цветов, с огромными шарами. То есть это прям праздник было людей. Ну просто столько народу пришло. Я вообще офигела, что столько на выписку пришло людей. Вот, так что выписали, слава богу. Самое главное, что теперь все дома. И Новый год будет все вместе встречать, ждать Деда Мороза. Я уже сама жду Нового года, жду Деда Мороза. Вот, очень хочется уже радовать своих деток, смотреть, как они радуются. Я, в общем, обожаю дарить подарки, обожаю, когда мои дети радуются, когда я смотрю, что они счастливы. В общем, это самое главное вообще, что все счастливы. Вот для меня это самое главное, чтобы все были счастливы. Так что я, чтобы быть счастливой, сейчас поем. Куда мы собрались? За Григорием? Да. Сергеевичем, что ли? Да. А ты кто? А дядя. Ты дядя? Мама. Ты не дядя. Ты мама не туда крутишь. Мама крутит. Давай, давай, ты откроешь. Ну как там дела? А мама.